Так оба возлюби Бог мир, яку и сына своего единородного дал есть, да всяк веру его не погибнет, но и мать живот вечный. Не послабо Бог сына своего мир насудит мирами, но да спасется им мир. Веру его не будет осужден, а неверу уже осужден есть, яку во имя единородного сына Божия». Сей же не суд, яку свет прииде в мир, и возлюбиша и паче тьму, неже свет, беше бы их дела зла. Всяк бы делая и злая ненавидит света, и не приходит к свету, да не обличатся дела его, яку лукава суть. Творяй же истину кредит к свету, да явятся дела его, яку обозе суть заделана».